Если что, на этом моменте я только-только проснулась. Я уже собралась. Вот. Сегодняшний мой лук. Нет, блин, чеснок. Сейчас я оденусь и уже буду выходить. А я уже иду в школу. А тут я сижу на уроке о важном. Всем привет! У нас скоро будет волейбол. А на этих моментах я уже иду домой. А также после волейбола я решила зайти в магазин за шпажками. Что ж, я уже переоделась. И сейчас я буду пытаться сделать хотя бы одну розу. Это ампакинг этих бамбуковых палочек. У меня они 40 сантиметров. Вот, и они какие-то толстые прям. Самое главное, чтобы их мама не заметила. Всем доброе утро, уже второй день моего влога. Сейчас я уже приду в школу. Пока что жду мою подругу. Вот такие вот дела. Относилась от двух последних уроков и ушла с пятого, вот. И сейчас я иду в больницу, кстати, больница находится рядом с моей школой. Я уже сижу в больнице. Там женщина. Желтая машина. Всем привет. Привет. Как я сказала, уже поднялись на 10-й этаж. Мы поднялись на 10-й этаж. Вообще капец. Мы гуляем. Да. Город? Это во влог. Ага. Ой. Я сейчас иду в машину, и потом мы вместе с папой поедем в оптика Image. Мы сейчас находимся в оптике. Сейчас я пойду в тот кабинет к офтальмологу. Да. В общем, я уже пришла с консультации с Image Optic. Вот, там я проконсультировалась с врачом. Я проверила свое зрение на разных аппаратах. Вот, я не скажу, какой у меня минус. Возможно, скажу в своем телеграм-канале. Вот. И дальше я начала примерять линзы, мне все рассказали, как их снимать, как одевать, как за ними ухаживать, вот. И сейчас я нахожусь в линзах. Расскажу вам, как это было. Получается, сначала я надевала правый глаз, точнее линзу на правый глаз. Надевала я ее долго, минут 10, если не больше. Вот, я просто не понимала, как линзу впихнуть в мой глаз. Потому что он постоянно моргал и вот это вот все. Но я ее надела, потом я видела хорошо. То есть один глаз левый у меня не видел, а правый видел. И это было все как-то размыто, но при том я видела, и как-то размыто, все смешано. Вот. Потом я надевала левый глаз, его было одевать неудобно, но его я одела быстрее, чем правый. Вот. Потом я все видела, и сейчас я тоже все вижу. Я просто оглядываюсь по сторонам. Вот, сейчас, кстати, вечер. Но сейчас я хорошо вижу, меня это очень сильно радует. Я просто, когда выходила с оптики, я смотрела абсолютно на все и понимала, насколько все четко. И я вот так вот сейчас делаю и понимаю, что очков у меня нету. Но я при том все хорошо вижу. В общем, итоги. Мне очень понравились линзы, но за ними, конечно же, нужен уход. Вот, сейчас я вам расскажу, что я купила к линзам. Первое, это, конечно же, сами линзы. У меня линзы вот такие вот от Total. Вот, это их новая коллекция, нам сказали. Сейчас я вам покажу, как они тут. Здесь в наборе идут 3 штучки. Третья на запас. И, кстати, они тут вообще прозрачные, их тут вообще почти не видно. Ну, как почти? Вообще не видно. Вот.
вот такие вот капсулки. Третья на про запас. Завтра я уже буду носить эти линзы. Я рада. Дальше, конечно же, необходимая вещь для линз. Если вы берете на целый месяц или на 2 недели, но не на одноразовые. Одноразовые мы решили не покупать и решили купить на месяц. Это раствор для линз. У меня он от Optifree. Вот это комбо, короче, мне сказали, то, что производитель один и тот же. Вот. Сейчас мы откроем. Я, кстати, не открывала. Ого. Мне тут даже положили контейнер для линз. Вот такой вот. Давайте откроем. Посмотрим. Он вот такой вот. Самый обычный, в принципе. Он пахнет, воняет точнее. Здесь идет сам раствор. Он вот такой вот, тут запечатан. Я его открою. Там была насечка. Вот такой вот мы взяли в самом большом объеме, который там был. Вот. И также третья покупка. Это капли увлажняющие. Вот. Кстати, эти линзы, они тоже увлажняющие. Мы сначала хотели покупать другие, но потом нам предложили эти. Но они, соответственно, дороже. Вот, у нас там была скидка. Так как я первый раз буду носить линзы и покупать что-то в имидж оптике. Давайте с вами откроем капли, потому что их я тоже не открывала. Вот такие вот маленькие капли. Это... комбо. Ладно, теперь я буду ухаживать не только за собой, но и за линзами. Также мне дали вот такой буклетик, какую-то бумажку тоже, чтобы читать про линз. Вот такой вот. Но этот гораздо больше, информации тут больше. Ну а давайте немножечко отвлечемся. Хочу вам посоветовать один YouTube-канал классной девочки, которую зовут Вера. Она снимает классный и годный контент. На ее канале можно встретить темы, как обзоры, влоги, а также разные видео про косметику. Переходите по ссылочке в описании на ее YouTube-канал. Я думаю, ей будет очень приятно, если вы подпишетесь на ее YouTube-канал. Ссылочку я оставила в описании, переходите и смотрите. Всем привет, сегодня воскресенье, и я только недавно пришла. Я была на AliExpress и на Wildberries. Сейчас вам покажу, что же мне пришло с AliExpress, потому что я снимала шортс, но он мне не понравился, и, скорее всего, я его не буду выкладывать. Первое, что там было, это носки. Их тут 6 пар. Белые, серые, черные и черные с белой полоской, белые с белой с черной полоской и серые с белой полоской. Единственное, что меня смутило, это цвет серых носков, то есть... тут серый, а тут какой-то, не знаю, какой-то не очень красивый цвет. Следующее, это были заколочки. Они были в таком мешочке. Заколочки хорошие, они хорошо закрепляют волосы, я не знаю, как сказать. Вот. Вот, вы можете даже сами услышать, увидеть звук и также посмотреть на заколки. Их тут вроде 40 штук, но мне не положили одну розовую заколку. У меня потерялись вот такие вот заколки. Их было 10 штук, но у меня осталось только 2. Я еле как откопала вторую. И теперь у меня есть классные, яркие заколки. И третий товар – это резинки. Я не знаю, сколько их тут штук. Это был товар, я не знаю, почему заказала именно эти резинки. Ладно, резинки достаточно хорошо тянутся и классно закрепляют волосы. Но они тянутся хорошо, но мне почему-то кажется, как будто бы они слишком сильно тянутся и придется завязывать на несколько узлов. Мой русский хромает. Ну что ж, ребятки, спасибо всем большое за просмотр. Всех очень сильно люблю и целую. Всем пока!